Четверть века Анна Прутяну шьет одежду для танцевального спортивного клуба «Кадрянка», многократного чемпиона мира и Европы. Анна шьет танцевальные платья не только для Молдовы, но и для зарубежья. Среди ее заказчиков – такие известные в мире спортивных танцев личности, как Юрий и Марина Брайш, Дорин Фрикаутсан. А шить платья для детей Анне Прутяну особенно приятно. Спортивные танцы – удовольствие дорогое. Латиноамериканцы, де короки ли сунт, антрон фелес, сунт скорти. Да, стандарту марка рокили 20. Средняя стоимость платья в стиле танцев латино 200 евро. Категория стандарт обходится дороже 350 евро. За рубежом за аналогичные костюмы придется выложить минимум 2000 евро. Кроме этого, танцорам требуется специальная обувь. Необходимо также за свой счет оплачивать поездки на зарубежные соревнования. В среднем годовые расходы молдавских танцоров достигают около 3000 евро. Несмотря на это, число желающих заниматься спортивными танцами в Молдове растет. На танцевальную одежду, как и на всякую другую, существует мода. Обычно меняются вырезы, видоизменяются цвета или декоративные элементы. Все идет по кругу. То, что еще недавно было немодным, сегодня на пике популярности. В последние годы платья обшивают камнями Сваровски. Украшения делают наряд неотразимым. Правда, чем больше камней, тем выше цена платья. Самое дорогое платье стандарт обошлось одной из наших спортсменок в 10 000 леев.